В отношении начальника исправительной колонии номер 6 возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки. 21 февраля начальник Талицкой колонии в своем кабинете получил от заинтересованного лица взятку в размере 200 тысяч рублей. За эту сумму он обещал оказать содействие в условно-досрочном освобождении двух осужденных. Преступную махинацию удалось выявить сотрудникам управления ФСБ по Ивановской области. В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Начальник 6-й Талицкой колонии задержан.